Всем привет, Влад и... Иван. Сегодня, ребята, мы будем впервые за все мои видео гриферить на сервере Майндбарс. Короче, ребята, мы сегодня будем гриферить на втором сервере людей с помощью механизма лифта, то есть... Давай, заходи сюда, мы вам устроим тут рум-тур. В общем, это наш лифт. Давайте снимем вот это. Это наш лифт, но это не простой лифт, это гриферский лифт. Мы здесь будем гриферить людей. Как вы понимаете, мы сюда заходим, и мы нажимаем на рычаг, и мы падаем мгновенно, и осыпается песок. Чтобы мы вошли в наше логово, мы нажимаем вот на этот рычаг, и здесь открывается вот это. Мы туда падаем. Бац, упали. И... у нас встречает такая дверь, то есть мы вот здесь падает игрок. Мы можем, смотрите, эта дверь замок, мы можем ее закрыть вот так вот, да? Можем ее открыть, вот так вот. Закрыть. Так, это убрал. Мы можем ее закрыть и запереть, чтобы ее не открыли админы, но может быть это нам и не понадобится, но все равно на всякий случай. Здесь наши сундуки, вещи, мы будем их складывать наверх. Здесь собираются вещи, которые упали с игроков. А вот здесь самое интересное, добиваем игроков, то есть мы открываем его рычагом, вот так вот, раз, и открывается, и мы такие добиваем игрока. Ну и давайте погнали. Ты охренел? Ну что ж, ребята, делаем нашу первую попытку, но на самом деле это уже какая-то четвертая вроде, и мы сейчас будем писать ТП игроки, не донатеры. Приючу. Так, запятой напишем. Ну что, пока что ко мне никто не телепортируется, никто не хочет. Так, ты внизу там стоишь, да? О, попашью ты. Привет. Давай прежде чем тебя приютить, мы поедем вниз по лифту. Короче, он кажется повез, но он пока что молчит. Так, давай. Ёшкин кот. Давай! Давай бей, давай, ТП ко мне! ТП на хом, ТП на хом, не получилось! Давай, ТП на хом, ТП на хом! Быстрей! Давай, давай, давай! Блин, давай, давай, бей! Не понял! А, он все бьется. Бей его, бей его, бей его! Блин, а что-то плохо, конечно, получается. Давай, падай, падай, падай. О, он упал, упал, упал. Давай, давай. Все, я убил. Все. Наконец-то, ребята, это так было сложно сделать. Фига, у меня стаканная броня, чувак. Мне стаканная броня. Посмотри, у него какая броня. Че, посмотри, стаканная броня. Фига. Бан, орех и орех. Короче. Давай их забираем. Это со какого раза? Это четвертый, это уже пятая вроде попытка. Да, у тебя тотем бессмертия, дай мне одну, если есть. Опа. В общем, ребята, давайте приступим к следующему оппоненту. Ну что, ты готов? Давай теперь я, кстати. Давай ты будешь писать. Я буду внизу. Закрой проход. Чтобы закрыть этот ловушку. Всё. Короче, просто зови и... А там, кстати, на хоме, погоди, погоди, погоди. В общем, закрываем. И погнали к следующему оппоненту. Ну что ж, пока что я ожидаю нашего нового оппонента. Я теперь... Я пока что здесь внизу. Так, ну пока что вроде никого нету. Просто там иногда чутка спам. Ну там, два раза напиши. Так, я уже написал. Вообще никто не тэпается. Давай, 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 почаще спам, почаще. Так, что у тебя, как дела? Да, вообще никто не тэпается. Так, ну что, пока что проверим, все ли на месте, так. Раз, пока что такие дела. Сундуки. Этот сундук загриференный прямо вообще. А это наш. Вообще никто не тэпается, что такое. О, ко мне тэпается. Опа, тихо-тихо. Я наготове. Как это упал? Я скинул его. Давай-давай, тэпайся. Не понял сейчас. Бей его, бей его, бей его. Это он что ли, да? Да опять это Адел, блин. Ты его бей, я сейчас напишу. Давай аккуратно бей его, я сейчас буду.
Ломает, ломает! Чё за бред? Тупой, это тупо бан. Ой, тупой, вот, братан, просто. Чё, пацаны, у нас админ доигрался, да? Сейчас мы, короче, забаним. Какой ник был у него? Управляющий, кто? Никита, да? Так. Короче, я его забанил. Вот по такой интересной причине. В общем, ребята, вот что осталось от нашего... Вот от нашего дома. Капец какой-то вообще. Просто посмотрите, что здесь творится. Нам, короче, сломал админ дом. Ну, мы его забанили. Давайте, ребята, перейдем... Давай в третье или в какое выживание? Давай на первом все-таки. Думаю, там будет попроще. Ну и, короче, ребята, давайте. Погнали! Пух! Вот, ребята, вот и началась наша следующая попытка. И, как вы понимаете... Прошлый наш дом сломан грифером, админом. То есть он нам подумал, что мы гриферы, и нас все сломал. Так, пока что ко мне еще никто не телепортируется. Чувак, ты там наготове, да? Да. И да, кстати, мы немножко обновили дом. Он у нас такой красивый. Ну, в принципе, такой же на вид. Но теперь в нем есть такая комнатка. Кстати, нас череп перепутал. Пока что никто не телепортирует. Кто приютит кота, плюс в чат. Короче, котика немножечко завалим. Так, ну, пока что меня никто не телепортируется. Странно. Кажется, тут народ стих. Опа, ВР-мастер, короче, мне тут. Но он без всяких вещей. Короче, АХР просит. Ща погоди. Скажешь, когда он будет падать. Какое-то. Он падает. Давай, падай. Он разбился. Все? Да, уже... Так, сейчас следующего, сразу же. Давай. Так, так, оценишь лифт? Не, ну топовый лифт этот. Давай. Падает. В центр. Так, еще, чтобы он не упал. Он не кажется, он с читами играет. Слушай, он так подозрительно вниз смотрит. Вот он подрубил X-Ray. Блэд, спаун! Успел. Фух, давай, все, там вещи запитались. У меня следующий оппонент. Оппонент следующий. Привет. Оцени пока лифт. Тихо, блин, тут, короче, тройной комбо сейчас будет, если он сейчас разобьется. Давай, пиши. А пиши, чтобы они встали в центр. Не просто в центр пиши, а пиши, чтобы в центр, чтобы не разбили. Погоди, как там дела-то? Как там дела-то? Что там дела-то, нормально? Блин, такой, это комбо, тупый комбо. Все, ок, все пропиталось. Я его убил. Все, в общем, комбо номер 4. Опа, тихо, ко мне тапнулся. Оцени пока лифт. На shift нажми. Тут, короче, чувак. Блин, шестерых игроков сразу бил. Чувак, на первом выживании, короче, надо всегда делать. Ребят, советую вам гриферить на первом выживании. Там более удобно, потому что там нету этих тотемов бессмертия и так далее. И там намного удобнее вообще, ну вы поняли. Там PvP. Блин, это так классно у нас все получается. Как там дела? Какие вещи новые? Опять ко мне телепортируется. Я его убил. Так, я иду вниз. Какие там новости у нас? Так, убил опять. Все загриференные вещи клади в нижний сундук, окей? Перетащи пока что. Перетащи. Я тебе помогу. Вот, ребят, поэтому я вам советую выживать на первом выживании. То есть гриферить, если вы собираетесь. Так, я зелье скорости выпью, потому что мне такой попался. Меня никто не палит, вот просто, ребят. Вы понимаете? Меня никто еще не спалил. Просто идеально. Это еще что такое? Так, опять этот человек телепортируется, да, я его убью. Сори, окей. Я пока что тут заделаю. Хорошо. Короче, ребята, мне попался креатив, вот он, как видите, скорпион. Я подумал, игрок, потому что, ну, как бы, они не могут телепортироваться, только вроде админа могут или лорды. Так, тихо. Здорово. Го вниз по лифту. Давай, чувак, он падает, давай, бей его, бей. Убил. Красава. Так, ребят, давайте это видео наберет 40 лайков, и я подумаю насчет того, чтобы снять еще одну серию рубрики Грифер Шоу. Там будет не лифт, а кое-что другое. Так, ну чё, что-то пока что никто не телепортируется, странно, да? Комбо закончилось. Так, я пока что еды возьму, не понял, кстати, а почему у меня нету меча? Почему у меня меч пропал? Ты внизу ждешь? Да, я уже приду. Так, поехали. Так, я... Давай-ка свою любимую этот... Сейчас подготовлю команду.
Все, я все сделал. Все, умер? Да, умер. Тут комментатор ты отправился. Так, это еще кто? Что, база гриф? Четверть не выражает память. Пацаны, а теперь слушайте меня. В общем, кажется, он понялся. Я этого Котофея, короче, добью. Давай, добивай, давай, Котофея, давай, помогай, давай, вниз иди. Да я только... Чё мне инвентарь очистил? Убил, красава. Мне же админ инвентарь очистил. Меня инвентарь очистили, это нормально? Кто это сделал? У меня опять инвентарь забрали. Капец, админы пошли. Короче, давай теперь ты всех проси в лифт, потому что у тебя нету вещей, в принципе. Окей? Ты заманивай их всех в лифт, окей? Окей. О, ко мне ты отлучился. Тихо, давай. Я ожидаю. А, это игрок обычный. Давай. Все равно, нормально. Главное, хоть что-то. А что там на шке стоит? Так, я вижу, это ракон. Он не играет. Давай, в лифт. В лифт его загнал. Он упал. Все, изи. У него, кстати, еще... А, нет, у него ничего нет. Так, нам сейчас топ ничего дадут. Пишите. 1-1-1. У меня, кстати, прикольно выглядит, если честно, в закрытом виде. Вот прикольно смотрится. Он упал. Опа. Опа! Красиво. Так, он сейчас нам даст топ мечи, да? А смотри ловушку, сейчас будет. В смысле, еще? Да. Опа. А, все, сейчас без вещей. А ты этого челика не убил, который... С вещами был, с алмазкой там. Я сейчас ему головы дам. Они мне все равно не нужны. Окей. Так, сам, он мне еще в лифт можно прыгать. Он, короче, мне кучу топ мечей дал. Алмазик продал. Бью. Все, изи. Так, я беру все мечи, Мечи. Я, короче, мечи новичков не буду сюда оставлять к себе, потому что это говнище. И такую же броню незачарованную я тоже выброшу. Еще 3 фараон головы, давай, чтобы я за... Эти 3 головы мне запомнились. Давай полежим, давай. Ляг. Ну и встанем. Ой, я застрял. Мне больно. Ай, это ты меня бил? Нет. Короче, здесь надо немножечко... О, мне, кстати, как раз прямо... Не понял ты еще, что такое, смотри, нас тут обкружили. Смотри на наш приват. Да. Лол. Так это Давид или как у него там ник? Да. О, кстати, смотри, что я придумал. Иди сюда. Видишь, что? Видишь, вот на будущее. Видишь, вот так, когда ты спишь, ты просыпаешься, и ты прямо можешь выйти вот так вот. Круто, да? Круто. Вот эти мечи я, пожалуй, возьму булт меч, потому что он мне больше понравился. Лук. Какой лук я возьму? Мне вот этот больше нравится. Я возьму второй. Так, ну, в принципе, кучу золотых яблок я сюда положу. И давай напоследок закроем все это дело нашими любимыми вещами. Вот так вот, красиво. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, оно получилось достаточно крутым. И давайте мы наберем 40 лайков, и я выпущу вторую часть рубрики Грифер Шоу. Если она вам понравилась, то напишите об этом комментарий, мне будет приятно. И с вами был Владон и... Иван. Всем пока!